дорога вдоль дома. Кроме магазина здесь находится почта. Сейчас мы посмотрим, как это смотрится рядом. Здравствуйте. А не подскажете, кто у вас сосульки будет сбивать? Вот эти вот. Посмотрите. Не знаете? Вам не говорили в управляющей компании? Не давали указания? Тетенька увидела сосульки и отошла подальше. А вот они какие красивые. Прямо у нас над головой. Я стою сейчас на тротуаре. Все это нависает над моей головой. Ребята, вы хоть ходите дальше. Ребята, вы хоть отходите от стены-то? Давай, боимся. Ни ограждений, ничего, просто сломанные провода. Рекламные конструкции. Обледеневшие. Видимо, упала с крыши. На высоте метр провод.